Наверняка каждому жителю нашей страны известно имя советского вратаря Льва Яшина. Недавно про легендарного футболиста сняли художественный фильм. И его жители Иркутска смогли увидеть раньше многих других в России. А все потому, что в столице Прибайкалья состоялся закрытый предпремьерный показ. Оценить новую ленту режиссера Василия Чигинского захотели сотни жителей областного центра. Среди них были и те, кто еще только мечтает играть в футбол на профессиональном уровне. Начинающих вратарей, защитников и нападающих специально пригласили на показ, чтобы ребята продемонстрировали, они являются достойными потомками великого спортсмена. В 60-е годы прошлого столетия страж ворот московского «Динамо» и сборной Советского Союза стал первым и единственным на данный момент голкипером, обладателем самой престижной награды в этой сфере – золотого мяча. Возможно, именно поэтому фильм называется «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Информационным партнером эксклюзивного показа ленты стала радиостанция «Авторадио Иркутск», которая входит в наш медиахолдинг НТС. Имя Льва Яшина знакомо даже тем, кто далек от спорта. И фильм об этом легендарном спортсмене выходит в прокат. «Авторадио», в свою очередь, решила сделать всем предновогодний подарок и устроить спецпоказ.